Легендарный музей искусств имени Савицкого в Нукусе. В настоящее время это крупнейшее художественное собрание Центральноазиатского региона. Насчитывает около 100 тысяч уникальных экспонатов с хронологическим охватом более 4 тысячелетий. О том, чем сегодня живет музей, в материале далее. О Нукусском музее искусств, который также называют Центральноазиатским Лувром, наслышан буквально весь мир. Ежегодно посещает около 70 тысяч человек. Он по праву считается одним из самых крупных музеев в Узбекистане. Коллекцию экспозиции признают второй в мире по значимости и объему среди произведений русского авангарда, а также лучшей художественной коллекции в Азии. С 1991 года Государственному музею искусств имени Савицкого присвоена первая международная категория. В нашей коллекции прекрасное собрание произведений декоративно-прикладного, ювелирного, изделий, текстильных изделий народов, населяющих Приоралье. Наш музей действительно представляет собой малоизученную и очень интересную часть изобразительного искусства XX века. Мы делаем выставки из запасников нашего музея. Мы стараемся показать самые неизвестные вещи, малоизученные вещи. Мы меняем экспозицию графики каждые 3 месяца для того, чтобы показать богатство той графической коллекции, которая есть в нашем музее. Современная коллекция музея содержит около 100 тысяч различных экспонатов, и это самая настоящая сокровищница изобразительного искусства Узбекистана. Здесь функционирует отдел изобразительного искусства, археологии, сектор учета и хранения, отдел народно-прикладного искусства и реставрации. У нас очень хорошие связи с российскими исследователями, хорошие отношения с Государственной Третьяковской галереей. Мы еще сотрудничаем с музеями Америки. Ведутся переговоры относительно возможности проведения каких-то выставочных проектов с музеем в Нью-Джерси. У нас есть определенные связи с археологами Японии. Мы стараемся, чтобы исследователи со всего света, которые заинтересованы в изучении изобразительного искусства, в изучении археологии, декоративно-прикладного искусства, мы всегда готовы сотрудничать с ними. Немаловажен тот факт, что Государственный музей искусств имени Савицкого привлекает не только ценителей авангарда, но и научных специалистов. Ведутся переговоры о сотрудничестве, обмене опытом с ведущими музеями мира. Так, отдельное внимание уделяется цифровизации, что, соответственно, послужит существенному росту интереса аудитории к коллекции музея со стороны мирового сообщества. Наш музей постоянно обращен к зрителю. Мы делаем все для того, чтобы люди, которые приходили к нам, им понравилась наша экспозиция, мы готовим специальные экскурсии и всегда рады видеть у нас посетителей.